Заболевания верхних дыхательных путей встречаются у каждого четвертого жителя нашей планеты. Чтобы их предотвратить, не допустить серьезных осложнений, не обязательно идти на прием к участковому врачу. Стены медучреждения сменяют парковые аллеи. Все благодаря региональному проекту «Шаги к здоровью». В этот раз на променад с лором вышли десятки горожан. Наталья Шарикова о проекте узнала в своей поликлинике. Женщина смогла задать специалисту все волнующие вопросы. Не всегда задумываешься, что физиология настолько глубока. Мы касаемся определенного заболевания только когда нас по здоровью серьезно выбивают из колеи жизни. И когда на словах, на пальцах образно про те же самые риниты, лор-заболевания, ухо, горло рассказывают в рамках простого человеческого языка, это более доходчиво и понятно. И это главная цель таких прогулок. Специалисты отмечают, общение строится именно в формате диалога. Врачи буквально на пальцах объясняют, чем может обернуться халатное отношение к своему здоровью. Здесь больше идет формат, наверное, больше на профилактику и больше, наверное, на то, чтобы привить культуру. Культуру ухода за собой, наверное. Культуру того, чтобы обращать на себя внимание в каких-либо ситуациях жизненных, когда возникла какая-либо проблема, касающаяся верхних дыхательных путей. Шагают к здоровью ульяновцы с 2015 года. За это время на вопросы ответили десятки врачей, включая кардиологов, урологов, гастроэнтерологов. Для многих слушателей их рекомендации стали путеводителем к улучшению своего самочувствия. В этом году работу продолжат. Подобные променады организованы до октября. Александра Никитина и Даниил Сурков. Улправда. ТВ.